Новое главное предложение этого часа, и это бренд Simona, который предлагает вам свою версию женственного пальто двухбортной застежки. Английская четкая линия обеспечит возможность носить и хвастаться красивым идеальным декольте, либо вашими любимыми шарфами и палантинами. Пояс, который идет в комплекте, сделает силуэт более приталенным и женственным. Два функциональных кармана с возможностью убрать погон или его достать даст возможности опять же сделать ваш образ индивидуальным. Классическая каретная стежка обеспечивает комфорт, удобство, не придает образу объема, что дает возможности именно в осенний период сохранить свои естественные объемы и их не увеличить. А вот увеличить согрев своего организма за счет того, что внутри евросинтепон, поэтому наш температурный режим будет до минус 5 градусов. И у нас представлены вкусные нежные тона. Два сочных ярких, такой как красный оттенок, вы видите сейчас на Анне, она вам демонстрирует его в 52 размере и уже, кстати, сочетает с брюками от бренда Simona. Также будет представлен вот такой оттенок фисташки. Кстати, многим понравилась укороченная куртка, которую мы предлагали не так давно, именно в этом оттенке. Поэтому, если вы хотите удлиненное изделие, то мятный сегодня для вас. Повторю опять тот же самый красный. Напомню, что это главный цвет этого года. Этот цвет называется пудровый. Вот так вот. Тому, кому не достался в предыдущем часе, у нас с вами сливовый. Сегодня возьмет сливовый, но пудровый в этом часе. Такое бывает. Классический черный оттенок также сегодня присутствует. Я вот буду голосовать за черный. Он выглядит очень эффектно, тем более в таком классическом английском крое. Он чем-то даже напоминает обычное классическое пальто. Но не все любят шерстяные пальто. Часто их не найдешь именно с хорошим составом. А если и найдешь, то сумма достаточно некомфортная. Здесь у нас с вами приятная цена, приятная форма и удобство. Максимальная длина, которая прикрывает зону колена на рост 1,75 м или выше, будет ровно по нижней части колена. Для дам ниже ростом будет садиться на ладонь от колена. Сливовый, красный, фисташковый, черный цвет. Вы сейчас видите на Анне, и обратите внимание, она вам демонстрировала с разной формой обуви. Закрытая, полуоткрытая. То есть это пальто, делаем вывод, дает возможность быть здорова, значит, не вру, говорит о том, что данное предложение можно носить как раз-таки вот в эту, знаете, это как у юноши, пубертатный период, у погоды такой же. То она в минус, то она в плюс, то дождик, то сухо на улице. Поэтому в данном случае такое пальто хорошо пишется. Размерная линейка у нас с вами очень удобная и комфортная, от 48 до 62 размера. Успевайте забрать, потому что в предыдущем части многие не успели 62-й, он закончился в первую очередь. Поэтому если вы как раз-таки обладательница этой пышной, сочной формы, то звоните в первую очередь. Давайте с вами мерить. Будем мерить 54-й в таком цвете фисташки. Померяем с вами, конечно, отлитной воротничок. В данном случае верхняя его часть составляет 11 сантиметров, что дает возможность закрыть зону шеи ровно по... забыл. Нет, не горло, это неправильно говорить. Сейчас, подбородок, вот, все. Немножко этот. Видите, деменция уже с утра началась. Ну, бывает. 24 сантиметра у нас с вами припуск по плечу. То есть он с такой имитацией, как цельнокроенный, что позволит надевать даже с более массивными подплечниками жакеты. Сама часть у нас с вами предплечья увеличена до 23 сантиметров. То есть это с учетом того, что здесь положили утеплитель, поэтому увеличивали объем, чтобы он по факту сел как положено размер в размер. В 54 размере по груди 65, но мы не забываем здесь английский отлитной воротник, поэтому это здесь еще будет запас как плюс-минус 10 сантиметров дополнительно. По талии, если мы его не завязываем на пояс, мы получаем 63-64 сантиметра. И по бедрам наша модель представляет 66-67 сантиметров. Данные кармашки вот, фабрично, как и в дорогом пошиве жакетов, полностью застрочены. То есть вам нужно будет их раскрыть. Но я для вас делаю замер кармана. Он где-то 20 сантиметров. То есть умещается в нем нормальный кошелек, объемный телефон. А это значит, что кармашки действительно очень функциональны. Плюс здесь у нас с вами двухбортная застежка. Это ваша выгода. То есть по факту размер можно будет подкорректировать, отодвинув пуговицы в большую или в меньшую сторону. Ну и, конечно же, пояс у нас с вами 1 метр 20 сантиметров. Женственный образ, который вы видите сейчас как раз-таки на Анне, говорит о том, что даже с юбкой плиссе данное пальто будет идеально смотреться.
Юбку вы можете также забрать из нашего прямого эфира. Называется она «Валерий». Не сказал бы. Данная у нас с вами юбка по стоимости 2 299 рублей. Также, конечно, напомню, что можно выбрать сегодня теплые вязаные изделия из нашего прямого эфира. Это джемпер Джерри. Это у нас с вами джемпер от водолазка Ирина. Ну и, конечно же, туника, которая вам понравилась еще во время презентации в начале часа, с цветочным принтом от бренда Алмоди. Это придаст образу женственности, легкости и комфорта. Что касается согрева, данное пальто, как я уже говорил, согревает у нас с вами от 0 до минус 5 градусов. Самую такую зыбкую погоду, когда простудиться и почувствовать такой, знаете, легкий озноб, очень легко и просто. Данное предложение полностью отражает классический стиль, элегантность и форму. Является хорошей альтернативой классического драпового пальто. Даже чем-то напоминает шинель. Но при этом выполнен в современной стежке, что обеспечивает больше комфорта, износа стойкости и не особой бережливости. Согласитесь, кашемировое пальто мы будем нянчить. В погоду дождливую не наденем. Испачкали, надо нести в химчистку. Здесь все просто. Вроде форма пальто, вы чувствуете себя в элегантной форме, но при этом можете просто постирать его в машинке. А почему? Потому что здесь у нас с вами евросинтепон, который дает возможности как раз-таки неоднократно в течение сезона его постирать. Данное пальто можно совместить, например, с нашей укороченной курткой-жакетом Лола, а значит увеличить температурный режим еще на минус 5 и в общей суммарной сумме получить минус 10. Зато будет смотреться очень элегантно и эффектно. Либо, забирая жилетку Карл за 1999 рублей, если кавалеру вашему не понадобится, вы можете ее совмещать вместе с данным пальто. Кстати, у меня тоже в гардеробе есть подобная жилетка, и я иногда с пальто с таким же воротником как раз сочетаю, чтобы было закрыто горло. Никаких манишек нам уже приобретать будет не нужно. Общая длина изделия больше 1 метра, что позволяет как раз-таки в нашу суровую погоду матушки России чувствовать себя намного комфортнее и удобнее. Красный насыщенный цвет, хотя он такой приглушенный все-таки, там матный. Также есть сливовый, который в заказе пудровый, фисташковый и черный оттенок. Демисезонное пальто, которое идеально подходит для встречи осени, теплой европейской зимы, ну и, конечно же, будущей весны и даже прохладное лето. В этом году, кстати, лето немножко так играло, и мы могли с вами тоже такие пальто применять. Забирая главное предложение только сегодня дня и куртку Лола, мы получаем бесплатную доставку и собираем баллы, 1000 баллов на будущие покупки.